Джигурда назвал Соловьева сыкуном и вызвал на бой. Актер и шоумен Никита Джигурда вызвал на бой журналиста Владимира Соловьева и пообещал, что тот получит кармический бумеранг. Джигурда считает, что Соловьев оскорбительно высказался в адрес актрисы Лии Ахиджаковой из-за ее роли в спектакле «Первый хлеб». «Он сыкун, я его неоднократно вызывал на ринг», заявил Джигурда в эфире YouTube-шоу «Главтема народ». Артист рассказал, что недавно разговаривал с представителем промоутерской компании, и когда его спросили о кандидатуре соперника, он назвал телеведущего Владимира Соловьева. «Я могу в чем-то не соглашаться с позицией гениальной актрисы Лии Ахиджаковой, но уважение проявлять к этой актрисе великой необходимо. То, что Соловьев оскорбляет, обижает слабую, зная, что ему за это ничего не будет. В моем лице он получит кармический бумеранг», – пообещал Джигурда.